Народ, посмотрите, красота. Много лука, шашлындос на брусничном соусе, на углях. Ну и, конечно же, обалденный салатик, шуба. Это вам не шубу в трусы заправлять. Вот это вообще самый люксовый салат. Это называется солянка с юшечкой. Лепешка, повернем чаечком. Матушка роща, ну капец. Здоровченко, категорически. Ух ты, лепешечку так берешь. И сразу же. Вон в юшечку. Розовый помидорчик. Приятного аппетита. Сочный шашлык. Селёдочку под шубой. Малая, я знаю, ты любишь. Этот салат я посвящаю тебе. И этот тоже. Блин, вот так же надо делать. Без юшечки укусил. Ну еще тут с овощами. Голодный как волк. А помидорчик ароматный попался вообще. Кусок жира, блин. Сейчас опять скажут, что так тяжко, будто кто-то отберет. Да мне просто некогда, мне надо быстро похавать и на работу.
Блин, шашлык вот в этот раз прям что-то хороший. Аж брызжет. Дорвался до шашлыка. Лично мне все. То тороплюсь, то. Все равно стараюсь снимать. Кусок жира такой. Да, это уже жир калимы. Пышечка вообще красивая. Пышечка, лаваш, лепешка. Постоянно называю так. Для меня особо разницы нету. Вкусный хлеб. Что я наелся? Блин, стой. С кайфом прям. С жадным таким вкусным аппетитом. Или как там правильно.
и горячий азерчай. Сладенький. Сахару добавил. Это что-то я сильно похудел. Думаю, надо это как-то баланс держать, а то совсем сдуешься. Фу, ну что я могу сказать? Большое вам спасибо. Спасибо за то, что вы есть. Не переживайте ни за что. Будьте здоровы. Такая вот оленина. Утром из меня вышла черепаха, дядя Ваня, закусочка. Тит твою мать, Вуди Вудпекер долбит, слышите? У меня тут макарошечки свежесваренные. Сделаем мы следующее. Ну вы сами слышите, да? Не представляет возможности мне спокойно делать обзоры, блин. Оленина. Ну, вроде как, видите, вот, вроде как мясо, но вот кусочек какой-то. Не знаю, похоже на сою какую-то. Короче, вкусняшка, блин. Вот это как холодец. Где это там, блин, камера? В общем и целом, видите, какая. Ну, хоть жирочек есть. С макарошками. Да пойдет нафиг. Поточим. Матушка роща, блин. Здорово, народ. У меня тут есть свежий огурчик. Отрежем ему балыську. Вот так его налапапам. Ну, вы слышите, да, что происходит? По-другому, ну, не получается у меня. Возьмем солюшку русскую. Посыпем один огурчик вот так. Возьмем второй. И вот они оба уже соленые. Прям с кастрюльки прикольней. Горячих. С беспонтовой тушенкой. Это вообще люкс. Усилитель вкуса. Дядя Ваня, три сестры. Мелитопольская. Как правильно, блин, закусочка. О. Ну уж извините, людям тоже работать надо. Я ж не могу их заставить не работать. Им работать, мне снимать. Блин, кайф. Как лечу, получается.
Люкс. Кастрюлька мне детство напоминает мое. У нас в детстве были такие. На кухне мама суп варила в таких. Мы в них что только не делали. И сахар у них это жарили, варили. Конфеты делали. Сжёного сахара. Мне кажется, многие так делали. Блин, хлеба не хватает. Я не помню, я уже брал эту оленину или нет. По-моему, брал. Я что-то увидел, думаю, вместо той тушенки попробовать эту оленину. Ну, знаете, на вкус. В принципе, с макаронами. Пойдет. Это, конечно, не та тушенка баш, где прям голимый кусок мяса. Здесь явно что-то намешано. Жирочек главное был, чтобы в макарошках растопилось, а вот это... И нормально. Пока не горячие, они очень вкусные. Это кайф. Ваше здоровье. Блин, какой же вкусный этот чай. Я не знаю, вот как-то вот именно вот этот азерчай с бергамотом. Прям ароматный, блин, вообще кайф. Ахмат тоже ароматный. Я помню те вкусные, вкуснючие макароны. Мама сварила. И сливочного масла туда добавила. Вау. Просто макароны, соль и сливочное масло.
До сих пор их помню. Ой, что-то я упоролся, блин. Упоролся. Ништяк. Фу. Аж жить захотелось. Всё. Сейчас меня разморит и будет вообще кайф. Часик на спине подежурить и нормально. Ух. Ну уж. Вот такие дела. Приходится в таких условиях сама дойти твою. Со всех щелей, как Лёха говорит. Ух, ладно. Не переживайте вы ни за что. Будьте здоровы. Берегите себя. С вами был Юрец. Пока.